Режиссер, преподаватель, автор книги о театре в Немчиновке. Светлана Лапшина – коренной житель Одинцова. Она окончила Институт культуры и уже долгие годы является руководителем народного коллектива «Одинцовский любительский театр». Артисты выступают на сцене Немчиновского культурно-досугового центра, представляют работы на театральных фестивалях разного уровня, ставят классику и приобщают зрителей к культуре и вечным ценностям. Мы берем на себя смелость говорить, что мы в некотором роде наследники вот такого любительского театрального движения и продолжаем историю театральных традиций нашего Одинцовского края. Своими знаниями о театральной жизни и истории родного края Светлана Александровна делится со всеми. Ее книга «Театр на земле Одинцовской» пережила не одно издание. Но каждый раз в ее работе появляются новые интересные факты, поэтому открытий будет еще немало.